Посмотрим, что на этот раз получится. Закидать его кунаями у меня план. Жалко, что нельзя пропустить вот этот раз диалог или больше монолог все-таки. Или все-таки получилось? План у меня такой, закидаю его кунаями, да и все. Много-много он сильно забирает жизни. Реально 50% жизни от одного прикосновения. Один раз осталось в меня попасть ему, и все, game over. Да, неудачно, неудачно. Что-то получилось. Я создам новую расу, лучшую расу, совершенную расу. Вот он показал свое настоящее нутро, я так понимаю, и бой еще все еще не окончен. Мэйо Прайм, в общем, главный Мэйо. Так, ну буду откровенен, тяжело было и с тем сражаться. А этот, по-моему, еще тяжелее. Ну, правда, пока он бросает только шары, как бы ничего сложного, что будет дальше, вопрос. Честно, не могу разобраться, как мне наносить ему удары. Yeah.
это ж надо было так неудачно мне выпрыгнуть. Да, это новый интересный лазер, который проходит сквозь все. Ну, можно его, конечно, поделать. Играю я на нормальном уровне сложности, и получается сражаться. Вот это самое сильное, это лазер. К сожалению, mission failed на практически. Ой-ой-ой-ой, ну да ладно. Я думал, просто предстоит еще сразиться мне. Но тут все нормально. Продолжаем именно с того места, где он уже перевоплотился в свою настоящую сущность. Давайте, что у нас тут, что у нас. Не успеваю я добежать, просто к нему буду бросать гаджет. Кунаи делают свое дело. Что ж такое? Буду честен, тут немножко с гравитацией они перемудрили и не совсем делает он то, что хотелось бы мне просто. Получается, он не всегда прилипает. К той поверхности, к которой я его направляю. Хорошо, хоть платформы на месте остаются, не разрушаются.
Сейчас немножко, наверное, пополнить стоит здоровье и добить его на всякий случай, просто пополнить. Мало ли, что там ждет дальше. Получается, вошел он в атмосферу Земли и начал сгорать. Что ж, это победа. Вот так и заканчивается игра. Стоя на груди у поверженного противника, мы летим на землю. Страйдеру вообще, я смотрю, он же, нашему хитрому.